Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Стойкий запах сгоревших покрышек, бесконечные крики водителей. Да, мы на фестивале Trail Out, сейчас в Лос-Анджелесе. Самые дорогие и экстремальные гонки, самые смертоносные и захватывающие. Сколько же переломов у этих водителей? Вы слышите? Они идут. Сколько их осталось? Я думаю, не сейчас, а то есть. О нет, это Иван Комрад. Блядь. А также я вижу еще жив Джо Бумер. Начинается. Сейчас ты узнаешь, как все это было. Совсем недавно дорога привела меня в Америку, где я искал свое место под солнцем. Я покорял горы. В последнее время работал каскадером в кино, но я устал от этого. Только в прошлом месяце был прибит к койке. Но аварии меня не покидают. Хороший мальчик спас меня от огня. Теперь я в полной жопе. Куда мне идти? Мелькнуло. Это мое. Приветствуем кандидатов, которые будут сражаться за участие в главном фестивале Trail Out. Чтобы получить место среди звезд гонщиков в борьбе за главный кубок. Первый этап – это автокросс. Пусть первым на финиш придет самый лучший гонщик.
Следующий этап. Последний этап. Это наши любимые разрушительные дерби. Победит единственный выживший. Снова стал Михалыч! Ну что же, добро пожаловать на твой последний фестиваль в жизни, Михалыч! Теперь мы в фестивале Trail Out. А это наш гараж, где мы будем координировать продвижение и следить за состоянием машин. И наша цель – это пробиться к первому месту в черном списке и выиграть кубок Trail Out. А там – черный список. Сейчас на первом месте Фрэнк Вудс, за ним Фрау Убер, Сони Мас, Джо Бумер, Юджи Тян, Биг Чиз, Иван Камрад и я, Михалыч. Пока на восьмом месте. А чтобы пробиться к первому месту, для нас необходимо обрести фанатов и побеждать в состязаниях. Ты готов? А теперь перейдем на свалку. Для участия в гонках машине нужна лицензия, и у меня есть парочку лицензий, а остальные нужно выигрывать у боссов из черного списка. Так работают правила фестиваля. Обычно скупаются кузова машин, но я не механик. Сейчас соберем только первую машину вместе со мной, а позже подъедет Женька, он-то лучший механик и просто лучший друг. Ну, на этом все. А теперь давай купим кузов первой машины. Мы собрали машину. Мы готовы. Это твой последний фестиваль в жизни. Ну же! Надерем им задницы! Женька? Михалыч! Я ждал тебя, сукин сын. Михалыч, здорово! Все, я пригнал машину и готов работать. Как твое ничего? Нормально. Я уже и забыл, что был в больнице. Противогаз все не снимаешь? А, да прижала машина недавно. Забыл уже почему? Помню. Ну, чего притащил? Приволок тебе это корыто. Думаю, на нем больше шансов выиграть, чем на твоем ведре. Да, спасибо, Женька. Мастерская у нас за гаражом. Едь туда. Я скоро подойду. Принято. Тогда я погнал, и мы надерем им задницу.
Михалыч, я установил тебе Fast App. Там ты можешь принимать вызовы от фанатов, получать за это больше популярности и также собирать донаты. Проверяй почаще. Это тебе поможет. Иван, я забираю ваши машины и документы. Вам не кажется, что вы просите слишком многое, Михаил Валентинович? Не мне тебе напоминать. У меня черный пояс. Михалыч, как твои дела? Не жалуюсь, комрад был довольно прост. Да. Голова твоя как? А что ты интересуешься? Да, интересно. Обычно последствия бывают после таких травм. Память пропадает, флешбеки всякие. Все под контролем. Спасибо за заботу. Мне кажется, это не лучшая идея участвовать в таком фестивале после травмы. Я чувствую себя здесь как свой. Жаль, конечно, что никто не знает, как я попал в аварию. Жаль, никто не знает. Тебе ремонтировать машину не надо? А. Там я гардеробную сделал, можешь переодеться. Отлично. У меня есть как раз пара вещей. Прекрасно. Береги себя, Михалыч. Thank you.
Михалыч, черт! Мы опять тут! Почему ты такой злой? Проблемы с девушками. Просто отдай мне лицензию. А мне не надо быть таким злым. Может, тебе еще и лимузин с самолетом пригнать? А у тебя проблемы с девушками. Может, тебе отрастить волосы на твоей спичечной головке? Или тебе достаточно твоего мужика в майке, а? Твоя чертова лицензия в машине. Михалыч! Что? Ты чего? Уснул, что ли? Я для тебя какая-то парковка? Ай, ты не шелести особо. Дай проясню ситуацию. Слушаю. В общем, я закупил стройматериалы и хочу привести в порядок гараж. Словно на свалке живем. Что думаешь? Ну, мы как бы и так на свалке. Ладно, идея действительно хорошая. Принято. Тогда я поехал, и дай знать, когда будешь готов к улучшению гаража. Thank you.
Попробуй-ка выиграй. Вы серьезно? Женька, какого черта? Да, я точно большой фанат аниме и могу показать тебе... Алло, какое нахрен аниме? Ты меня слышишь вообще? Нет, Михалыч, лицензия уже на твоем столе, а с ней я сам разберусь. А ты смотрел Fairy Tail? Да, классное аниме, да, вроде... Михалыч, обедать иди! Да, сейчас. Грязь с морды лица смою. А ты поторопись. У меня сейчас котлетки. С макарошками? Нет, с пюрешкой. С пюрешкой. Ну, сейчас иду. Мое тело готово!
Лицензию отдал? Не лезь ли, я тебя убью! Хер вам моржовый, а не лицензия! Победа моя! Эй, ты! Какого дьявола ты здесь шумишь? Зря ты вернулся на фестиваль! Выноси бы чего! Что-то они совсем рамсы попутали. Это да. Ну о каком моем возвращении он? Михалыч, я без понятия. Я думаю, тобой выбран неправильный ангар, Вудс. Для любителей желтых машин на свалку. Я и так на свалке. Знай, это будет твой последний фестиваль, Михалыч. Я так думаю каждый раз, когда лечу из окна. Чека, я тебя просто предупреждаю и советую уйти с дороги. Удачи тебе. Ох, черт, я извиняюсь.
Халыч, ничего личного, это просто гон. Забираю все. Да пожалуйста, у нас их куча в департаменте. Гордыню у тебя точно не заберу. Михалыч, ты реально ничего не замечаешь знакомого, странного? Меня не помнишь? Ты о чем? А так даже может лучше. Мы в тебя верим, у тебя обязательно получится победить Вудса и забрать кубок. У тебя это получится еще раз. В смысле еще раз? И при чем тут Вудс? Мне надо идти. О чем она? Я глушитель чистил, а? Все очень интересно, но ни хрена не понятно.
Ну что, неудачники, я вас порвал, как тузик грелку. Опа, и кто к нам колеса катит? Остался только Уц. А, хер с резинкой, ничего, молчи. Конечно же, тебе не рассказал. Что ты уже проиграл Уцу в прошлом, и все это знают. Ладно, пойдемте, пусть веселятся. И в этот раз ты не в курсе. Ладно, я не смог тебя уберечь от этого. Ты уже был здесь. Что? В общем, ты не в первый раз участвуешь в фестивале. У тебя были такие же успехи. Тебя любили, уважали. Ты добрался до Уца, но что-то произошло. Твою машину было вообще не узнать. Ты чудом выжил, восстанавливался. Этот остров без камер и людей. Говорят, Вудс темнит на этом острове. Поэтому власти и полиция уже заинтересованы. И все ставят на то, что ты победишь в этот раз. И сместишь Вудса с первого места. Черт подери! Михалыч, это снова будет подставой. Женька! Да я же уберечь тебя хотел. И ты молчал все это время, пока остальные надсмеивались надо мной. Я этого и боялся. Что тебя не остановить? Иди. Иди нахрен отсюда. Пошел отсюда. Вудза нужно убрать. Вместе. Он заслужил. Пойду я. Удачи. Чертов Вудс. Теперь я уже помню. Ничего, я уже близко. Месть близка. Ну привет, Михалыч. Чего приперлись? Открой. Зачем это? Открой, вдруг думать начнешь. О-хо-хо. О, это дело чести, Вудс. Деньгами ты всего не купишь. Сюрприз, мадам! Я же говорил, здесь будет опасно. Надеюсь, ты понял, что в этот раз это точно твой последний фестиваль в жизни. Вудс, пиздец тебе. Знаешь, этот остров – это мой остров, и никому тут не удавалось выйти победителем, и ты не исключение. Вудс, я снова здесь. А, Михалыч, готов умереть снова? В фестивале может быть только один победитель, и это точно не ты. Вудс, я все знаю, и в этот раз все будет иначе. Я не боюсь. Сегодня кто-то умрет, и я точно знаю, кто. Попробуй добраться живым, ублюдок.
Живой ублюдок, сука. Сука. Вы решили моим же оружием взять кубок? А я думал, вы не в ладах. Второго шанса тебе. Поздравляю, ты добрался до финала. Вау, давайте похлопаем. Рано радуешься, ублюдок. Время тебе отвечать за мое прошлое, за Женьку, за всех тех, кто там пострадал на острове. Не понимаю, о чем ты, Михалыч. Хватит лирики. Погнали! Михалыч! Зачем ты все портишь снова? Я был популярен, фестиваль был популярен, а теперь я разочарован! Сейчас мы это исправим. Бронированные машины, сучоныш! Это твой последний фестиваль. Умри, блять, окей? Только у меня здесь член. Я вернулся. Женька! А? Опа, привет, Фра. Вспоминаешь мое лицо? Это тебе привет из прошлого. А? Фак! Бля, Михалыч! И лживая власть окончена.
Его же стараниями о нас и подобных гонках снова забудут на десятилетия. И, похоже, действительно, мой последний фестиваль в жизни сегодня завершен. Моя история окончена. Семья — это важно.